Кто вам поставил диагноз? Я сам к докторам до этого не обращался. Расскажите, что вас беспокоит? Не могу находиться в тесном пространстве, в помещении без окон. Головная боль, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Да, все это есть. Ну что ж, наша больница одна из лучших на Кавказе, а я, без ложной скромности, единственный последователь учения доктора Фрейда в здешних краях. Я знаком с учением Фрейда, но только поверхностно знаю, что он обращается к подсознанию, чтобы выявить детские травмы. А моя травма получена в зрелом возрасте. Значит, вы знаете причины возникновения вашей травмы? Да, я очень хорошо помню, где и при каких обстоятельствах это случилось в первый раз. Ну что ж, это в достаточной степени облегчит лечение. И вы правы, и метод доктора Фрейда нам здесь не нужен. Достаточно простой терапии. А в чем она заключается? Несколько бесед. Бесед? Именно. Я буду говорить с вами, задавать вопросы. Я должен столкнуть вас лицом к лицу с вашими страхами, чтобы вы смогли взглянуть на ситуацию со стороны. Ну, для начала могу предложить 10 сеансов по часу через день. Я готов. Еще могут поспособствовать процедуры Института Цандера. Это новейшая методика физических упражнений на аппаратах специальной конструкции. Доктор Нижегородцев очень лестно о вас отзывался. Вы же известная личность в адвокатских кругах. Николай Петрович иногда преувеличивает. Когда первый сеанс? Давайте завтра в 12. Удобно? Да, удобно. Благодарю вас. Пустите меня! Пустите! Доктор, она пришла! Доктор, я не сумасшедший! Пустите, я всегда говорю, что она придет! Нет, пожалуйста, не пустите меня! Десятка червей! И у нас зонтика! Что с ней? Уверен, что к нему приходит жена. Она покончила с собой, это и стало причиной его помешательств. Он безнадежен. Увы. Пациент Фартушин всегда вел себя тихо, но в последние дни случился прострение. Утверждает, что жена вернулась. А от чего его жена покончила с собой? Это запутанная история. Кажется, он проигрался в карты, и она не смогла это перенести. Не придет, а? Ну, завтра 12 жду вас. И наведайтесь к Цандеру. Рекомендую. Благодарю. До свидания. Она придет. Она придет. Она ко мне придет. Она придет. Она ко мне придет. Она ко мне придет. Господи, как она придет. Она придет. Она придет. Осторожно. Нужно увеличивать нагрузку постепенно. О, вы говорите по-английски? Да. Эти аппараты что-то невероятное. Мы не видели такого даже в Нью-Йорке. Правда, Джош? Это точно. Никак не ожидал, что в России встречу столь передовую медицину. И я не ожидал, хотя живу здесь. Вы приехали на воды? Да. Много слышали о местных целебных источниках. Эмили Браун. Очень рад. Клим Ардашев. А это мой муж Джордж. Рад знакомству, Джордж. Клим. Джордж. Что ж, приятного отдыха. Еще увидимся. Увидимся. Помогите!
Клим Пантелеевич, что случилось? Когда он лежал лицом вниз. А потом его перевернули. Да, и удар был нанесен мужской рукой. Совершенно с вами согласен. А выбегала отсюда барышня. Вызывайте полицию. А где вы были в этот момент? Я только вышла на 5 минут в регистратуру, а когда вернулась, эти двое господ уже были там, и господин лежал на кушетке. Проходим, сударь. У него в шее был нож. Счет из гостиницы «Бристоль» на имя С. Изюмова. Нам повезло, господа. 10 червей. Доктор, поднимемся на воздух. Когда приехали? Вчера вечером. А вы? 3-го дня. Думал, нервишки подлечить на водах, а тут такое. Уже был на приеме у доктора Стелеванского. Ну и как он вам показался? Кажется, дело свое знает. Думаю, дам ему покопаться в своих мозгах. Да. Прекрасный доктор. Да. Значит, вы просто вошли? Да. Не увидели его? Неужели девица могла убить? Скорее всего, она вошла, когда дело уже было сделано. Кажется, американцы хлопочут за нее. Думаю, она у них служит. И все же я вынужден вас задержать. Прошу вас. Что случилось? Куда вы ее уводите? Да. Ну что ж, Вениамин Янович, я полагаю, здесь все ясно. Господа, я протестую против ареста моей служанки. Сожалею, миссис Браун, но это неизбежно. Ваша горничная подозревается в убийстве. Но это же ерунда. Зачем ей убивать этого господина? Она должна была узнать для меня, когда освободится массажный кабинет. Она просто вошла. Это она так говорит. Но есть веские основания подозревать ее. Какие основания? На ее платье брызги крови, которые могли быть получены только при нанесении удара. Как это можно определить? Очень даже возможно. Прошу прощения, господа. Моя фамилия Ардашев. Я свидетель убийства. Пропустите. Мне кажется, что брызги на платье вряд ли от удара стилетом. Обратите внимание на поднос. Он упал, когда кровь уже была на полу. Скорее всего, барышня держала поднос в руках, испугалась, выронила, и кровь попала на платье. Вы свидетель. Сидите, пожалуйста, в коридоре, мы вас вызовем. Простите, а вы не тот самый Ардашев, раскрывший тайну бриллиантов Бушерона? Об этом писали недавно во всех газетах. Да-да, тот самый. Это наш русский Шерлок Холмс, не проигравший ни одного дела. Доктор преувеличивает. Я всего лишь присяжный поверенный. Позвольте выразить мое почтение. Капитан Круше. Следователь Боголеп, все-таки, пожалуйста, побудьте в коридоре до тех пор, пока пристав не возьмет с вас показания. Я бы все же выслушал доводы господина Ардашева. Ну что ж, извольте. Благодарю. Мне кажется, что тело перевернули уже после удара стилетом. Вы не поверите, но мы обратили внимание на этот факт. Я не об этом. Чтобы перевернуть тело, нужна недюжинная сила. Барышня на это не способна. Да-да, и удар нанесен явно мужской рукой с хорошим навыком. Доктор Нижегородцев. Америку вы нам не открыли. Горничная
будет находиться у нас до тех пор, пока мы не выясним все обстоятельства. Могу я взглянуть на карту? Какую карту? Которую вы достали из кармана. Если понадобится, мы вас вызовем. Благодарю. Рад знакомству, господа. Надеюсь на новую встречу при более благоприятных обстоятельствах. Забирайте тело. Джордж, пожалуйста, успокойся. Держи себя в руках. Господин Ардашев. Миссис Браун. Можно вас на пару слов? Я подожду вас в пролетке. Благодарю. Господин Ардашев, вы видите, какое несчастье случилось с нашей горничной? Да, конечно. Полицейский офицер рассказал мне, что вы известный адвокат и выступаете в защиту невиновных. По мере сил. Господин Ардашев, прошу вас, займитесь делом моей горничной. Она ни в чем не виновата. Она только должна была посмотреть, свободен ли массажный кабинет и позвать меня. Понимаю, миссис Браун. Мы даже поспорили с Джорджем. Он требует, чтобы мы немедленно уехали из России. Он не хочет здесь оставаться после этого ужасного убийства. Но как же мы уедем? Я не могу оставить бедняжку в таком положении. Как давно она у вас служит? 2 недели. Мы сняли дом, как приехали, и сразу наняли ее, Дашу. Она совершенно безобидное существо. Прошу вас. Найдите настоящего преступника. За гонораром я не постою. Миссис Браун, хорошо, я готов. Насчет гонорара назначьте сами. Благодарю вас. Я пришлю вам чек. Ничего, надо собраться и пережить все это, понимаете? Смачная дамочка эта американка. Доктор. А что, я разве сказал что-то непотребное? Это комплимент. Обычно таких девиц изображают на рекламных буклетах автомобилей Форда. Если не секрет, что она от вас хотела? Ну, попросила поучаствовать в судьбе ее горничной и найти настоящего убийцу. И вы согласились? Ну, почему бы и нет? Никогда не умел отдыхать. С чего предполагаете начать? Для начала зайдем в Бристоль, где жил господин Изюмов. Жди нас здесь! Здравствуйте. Могу я повидать господина Изюмова? В каком номере? В 18 номере, но его сейчас нет. Когда вернется? Не сказал. Если угодно, можете подождать. У нас свежая пресса, в том числе и из Европы. Скажи, а господин Изюмов, он играет? Прошу прощения, сударь, но у нас тут о постояльцах говорить не принято. Да. Кажется, поигрывает. Давно живет? Уж 2 недели. А с чего ты решил, что он играет? А коридорный наш Васька видел у господина Изюмова целый чемодан карточных колод, нераспечатанных. Вот бы мне получить одну колоду этого чемодана. Вам повезло. Коридорный стащил у них одну колоду, а я его поймал. Это точно колода Изюмова? Будьте уверены. Надеюсь, господин Изюмов не узнает? Не узнает, он умер, убит.
Скоро сюда явится полиция. Советую тебе рассказать о чемодане, о картах, о моем визите. Лучше умолчать, это в твоих же интересах. Да, конечно, сударь. Купец Изюмов, скорее всего, никакой не Изюмов, он был шулером. Вероятно, стоит известить об этом полицию? Разумеется. Раз говорила. Не знаю я этого господина, никогда не видала. А может быть, видала да запамятовала? Ваше благородие, Христом Богом клянусь, не видала. В скольких домах ты служила в Кисловодске? Да раз уж я упомню, я уже 3 года тут. Почему уехала из Пензы? Говорили, что здесь господа богаче и платят щедрее. И как? Не прогадала? Не прогадала. Действительно, приезжают богатые господа, нанимают меня за хорошее жалование. Да и солнце поболее, курорт все-таки. А в Пензе тебе, значит, тяжело было? Не то чтобы тяжело, но здесь лучше. А может, другая какая причина была, почему ты оттуда сбежала? А? Какая такая причина? Ваше благородие, не бежала я из Пензы. А знаешь, 20 век на дворе. Сейчас по телеграфу за 2 часа можно достать справку из любого города России. Какую справку? Я вас не понимаю. А такую справку? Из полиции Пензы. Не зря же ты оттуда сбежала. Знаем, что ты сделала. И здесь за старое взялась. Не сделала я там ничего, и тут тоже ничего. Не виновата я ни в чем. Благодарствуйте, Прокофьев Нилович. Доброго здоровья, Прокофьев Нилович. Что, все собрались? Точно так, вас дожидаются. Ага. Чайком балуетесь. А что, если Дарья ограбила шулера? Возможно, она каким-то образом узнала или увидела, что у него с собой значительная сумма. Он ведь накануне сорвал куш на даче у Кавериной. Дарья вошла, убила и вынесла деньги под платьем. Кто того исполнителя в Цандеровской больничке порешил? Так уж баба порезала. Баба! Сам ты баба. Перо за ухо по самую рукоять. Это баба. Она просто не вовремя туда влезла. Ведь брошь не мои это. Не мои. А стилет? Вы ж его видели? Трудно представить, чтобы такое оружие девица просто носит при себе на всякий случай. Да, это было бы странно. Хотя, если учесть ее прошлое, можно и вправду без ножа на улицу не выходила. Знаю, что залетная. Но кто здесь смеет так своевольничать?
Так говорят, у него карту нашли, чего, у десятку. Вроде как знак это. Знак чего? Еще эта карта в кармане убитого. К чему она? Счастливая карта. Игроки ведь суеверные. Возможно. Вот и адвокат тоже задумался, когда эту карту в руках крутил. Уж очень ему это дело заинтересовало. Тут другое дело. Если хотите спортивный интерес, этот присяжный поверенный довольно известная личность. Хотите верьте, хотите нет, а на данный момент он не проиграл ни одного дела. Веселье. Злодей неизвестный, гастролера на Божий суд отправил. Спаси, Господи, его душу грешную. А ведь он за спокойствие свое оброк нам сполна заплатил. Ваше благородие, там посетители дожидаются. Какой посетитель? А, вот, изволите видеть. И давно ждет? Так с полчаса уже. Ардашев, что ж ты не доложил? Так вы чай кушать изволили? Зови, зови, и чайник убери. Сей момент. Добрый вечер, господа. Не помешал? Что вы, Клим Пантелеич, мы как раз вас вспоминали. А если злодею этому одних заезжих светуков мало покажется, а если он, упаси Господи, за нас примется, а? Такие знаки обычно оставляют в случае убийства из мести. Ну, это слишком вольное допущение. Мы даже не уверены до конца, что господин Изюмов был шулером. Он возил с собой чемодан с картами. Чемодан. Чувствую я, грешник этот среди нас за одним столом сидит и картишки перебирает. А как возьмете злодея на примету, сразу ко мне. Ну, с Богом. Да. Эта карта чиста. А вот карты из номера убитого, меченые и другого рисунка. Эта колода как из чемодана Изюмова. Откуда она у вас? Мальчишка коридорный. Стащил ее у Изюмова, и она досталась мне. Я оказался в Бристоле раньше вас. Вы время зря не теряете. Должен предостеречь вас от действий, препятствующих следствию. Что, я не препятствую, я только помогаю вам всеми силами. Очень любезно с вашей стороны. Слышь, дядь Прош, мои люди говорят, что видели в больничке Цандера синего кирасира. Аккуратно тот момент, когда исполнителя прирезали. И что же он там делал? Да как и все Буровы, дурью маялся с железками. А, смотри-ка. Я его не трогаю, мы с ним по разным тропинкам ходим. Уговор такой. Так, может, совсем страх потерял? Да конкурента прибрал. С него станется. Ты вот что, ты поставь кого-нибудь походить за ним. Сделаем. Думаю, что это дело между шулерами. Кто-то кому-то перешел в дорогу, а горничная лишь свидетель. Не спешите с выводами, уважаемый Клим Пантелеич. Открылись некие подробности в прошлом бедной горничной. Она уже подозревалась в убийстве при схожих обстоятельствах.
Осип Осипович. Клим Пантелеевич, к нам сюда. Позвольте вам представить. Ардашев Клим Пантелеевич. Варяжский Осип Осипович. Аделаида Александровна. Клим Пантелеевич, наш русский Шерлок Холмс. Бросьте вы, доктор. Оставьте. Все газеты писали о раскрытии тайны бриллиантов Бушерона. Так вы сыщик? Я присяжный поверенный. Вы только представьте, эти местные извозчики от вокзала берут половину больше, чем с улицы. Да это грабеж. А если уж чемодан попросишь поднести, так они червонец просят. Да, в сезон тут все на ходу подметки рвут. Мы вчера на рынок ходили. Дорогой, тебе не кажется, здесь сквозит? Ты думаешь? Ну, определенно сквозит. Я не хочу, чтобы ты снова застудил поясницу. Ну, других ведь столиков нет. Пора в номер? Вот ангел мой. Истинно ангел. Счастливо. Доброй ночи. Не правда ли интересная пара? Удивительно, почему она вышла за него замуж, ведь он не богат. По любви, наверное, доктор. Вы так невозмутимы, когда шутите. Вы были в полиции, что нового? Завтра. Все? Завтра. Завтра. Да. Ну, я пойду. Доброй ночи. Доброй ночи. Чай, пожалуйста. Да. Я посоветовал доктору, чтобы он поднес к твоим губам зеркальце. Этот самонадеянный болван меня так и не послушал. Глупые. Глупые бездари. Господи, если бы они вняли моим словам, милая, им бы не пришлось тебя откапывать. Скажи, любимая, скажи, любимая, они не поранили тебя лопатой? Нет? Как самочувствие, любезнейшее? Ну, слава богу. Вижу, неплохо. Письмецо написали? Давайте я отправлю. Это кому, жене? Вы не волнуйтесь, отправим письмецо ваше. А то вы в последнее время много волнуетесь. Позволяете себе с персоналом ссориться. А это что у вас? Что-то новенькое? Ну-ка. А что ж такое? Что это? Смерть. Это убийство. Какое убийство? Чья смерть? А недавно на меня напал один сумасшедший. Он раньше работал палачом и, наверное, рубил людям голову. Да. Я уверен, он рубил людям голову, потому что у него был такой огромный нож. Слава тебе, Архангел Михаил, ты меня спас. Травяной чай, пожалуйста. А вы еще здесь? Мне не спится. Все это правда, что о вас рассказывал доктор? Он преувеличивает. Ну, расскажите о своих невероятных приключениях. Сейчас? Почему бы нет? В моих приключениях слишком мало романтики. Скучная адвокатская практика. Не верю. Вы не похожи на заурядного адвоката. Извините, мне пора. Сладких снов.
извозчика. Стой! На! Куда пошла? Это ужасно. Прошу тебя, остановись. Господин Ардашев. Джордж выпил лишнего. Никак не может отойти от вчерашнего кошмара. Его можно понять? Да, конечно. Я вчера был в полиции. Вот как? Дашу отпустят? Пока нет. Но почему? Обвинения против нее абсурдны. Видите ли, открылось кое-что из ее прошлого. 2 года назад она уже была под судом и обвинялась в убийстве при сходных обстоятельствах. Что? В убийстве? Именно. Был убит помещик, у которого Дарья служила горничной. Косвенные улики указывали на нее. На суде она показала, что помещик принудил ее к сожительству, но она не убивала. Хороший адвокат убедил присяжных, что она невиновна. И ее оправдали. Боже мой, так вы верите, что она убила? Нет, я уверен, что это счеты между карточными шулерами. Однако для полиции этот случай из прошлого косвенное доказательство вины Дарьи. Но ведь ее оправдали. Это русская полиция. Я хочу повидать ее. Сегодня же пойду в полицию и потребую свидания. Вы можете быть переводчиком? В 3 часа вам удобно? До встречи. Я пришлю за вами. Благодарю вас. Прекрати пить.
значит, вы точно знаете, в какой момент возникла эта фобия. Да, совершенно точно. Это случилось 3 года назад. При каких обстоятельствах? Я попал в тесное пространство, очень тесное. И долго там находился. Насколько тесно? Я едва мог повернуться. Вот как. И что же это было за место? Это было под землей. Угу. Можете описать мне это место, как вы там оказались? Боюсь, я не могу этого сказать. Я понимаю, вам трудно, но мы здесь, чтобы преодолеть страх. Вы должны описать мне это место. Доктор, обстоятельства, при которых я получил эту травму, было связано с прежней службой и государственной тайной. Вот как. Ну, вы же адвокат. Да, но до этого я служил по линии... Я служил. Это несколько неожиданно и затрудняет наше лечение. Ну, хорошо. Можете хотя бы описать это пространство, не касаясь прочих обстоятельств? Да, конечно, это была могила. Меня похоронили. Господи, как это могло произойти? Мы же договорились, что мы не будем касаться обстоятельств. Да-да. Так вот, мне пришлось пробыть там 2 суток, и после этого у меня случился первый приступ, когда я попал в подвал без окон. Доктор? А, да, простите, я слушаю. Все в порядке? Если что, мы можем перенести сеанс. Нет, я готов. Впрочем, простите. Ради бога, простите, мне нужен ваш совет. Вы же юрист, адвокат. Это не займет много времени, а потом мы продолжим. Что это? Это нарисовал один наш пациент. А? Так вы видели его вчера? 10 червей и мертвое тело – это… Именно. Утром я прочел в газете об убийстве в институте Сандера, а ночью обнаружил эти рисунки у него. Вы хотите сказать, что он нарисовал это до? Именно. Это он нарисовал 2 дня назад, вот это с десяткой. А Валета вчера? А что говорит он сам? Павел, он ничего не говорит, он сумасшедший. А можно на него посмотреть? Добрый день. Это ни к чему. Как самочувствие? Повезли. Флэш-рояль. Вы играете? Он везде рисует флэш-рояль. Это главная комбинация в покере. Никогда! Успокойтесь, тихо-тихо. Никогда, конечно. О, Господень Михаиле Архангеле, демонов сокрушитель, запрети всем врагам, борющимся со мной. И сотвори их, яковцы, и сокруши их, яко прах пред лицем ветра, и буди мне помочь во всем. В пустынях, в скорбях, в печалях, на распутьях, на реках и на морях, тихое пристанище мое. Вы позволите? В самом деле есть запись, что этот рисунок был сделан до убийства. Безусловно, я проверял. Мы же ведем журнал наблюдений за пациентами. Я скрупулезно описываем их поведение в течение суток. Запись об этом рисунке была сделана 3 дня назад. А как давно он у вас наблюдается? Ой, довольно туманная история. Он поступил к нам 10 лет назад. Когда именно, никто уже не помнит. Ходили слухи, что он, мол, был последствием за убийство жены и в камере предварительного заключения сошел с ума. Ну, так ли это на самом деле? Я пытался найти ответ на эти вопросы, но все его ранние бумаги куда-то запропастились. Я вам всегда рисовал этот флэш-роял. Именно. Возможно, эта комбинация сыграла роковую роль в его жизни.
Но два последних рисунка отличаются. Да, но если первый рисунок предсказывал происшедшее убийство, то второй предсказывает убийство, которое может произойти. Как это возможно? Это вы мне ответьте. Вы же врач. Надо сообщить в полицию. Помилуйте, они меня на смех поднимут. Да, поднимут, но другого выхода у нас нет. А как же наш сеанс? Другой раз, доктор. Барыня, как же это? Здравствуйте, милая. Вот решила навестить вас. Как вы здесь? Миссис Браун спрашивает, как вы себя чувствуете. С Божьей помощью. Не обижают. She is quite well. У нее все хорошо. Господин Ардашев – адвокат. Он любезно согласился помочь. Он сейчас занимается вашим делом. Скоро вас выпустят. Миссис Браун говорит, что я занимаюсь вашим делом. Я адвокат, и скоро вас отпустят. Премного благодарна. Видит Бог, я ни в чем не виновата. Видать, судьба моя такая, страдает без вины. She says she's... Говорит, что она невиновна. Вы имеете в виду то убийство в Пензе? И вам про то уже известно. Да, был такой случай. Тогда тоже хотели меня наказать безвинно. Да присяжные не поверили в мою виновность. Извините, я задам Дарье несколько вопросов по делу. Хорошо? Thank you. Спасибо. Мне сообщили в полиции, что в Пензе ваш хозяин был убит ножом в собственном доме. И вас подозревали, потому что он домогался вас и преследовал. Все так, сударь. Только не убивала я его. И вы уехали из Пензы, чтобы забыть об этой истории? Да уж, конечно. Меня хотя оправдали, но ославили на весь город. Жить там было не вмоготу. Да, не повезло вам. Снова убийство и снова холодным оружием. Не касалась я его. Я только вошла и увидела. И под нос уронили. Так точно. Юбкой задела. А вы знали убитого? Никогда не видала. Я уже говорила полицейским. А когда шли по коридору, никого не заметили? Нет, никого там не было. Пусто было в коридоре. Я уже 100 раз повторяла полицейским. Вы что, меня тоже допрашивать пришли? Это для вашего же блага. Я не полицейский. Я знаю, что вы не убивали. Бедная. Какая ужасная судьба.
Прежний хозяин подвергал ее насилию. Как это возможно? А теперь ее держат в тюрьме только потому, что один раз ее уже обвиняли. Для полиции в этом есть резон. А как вы разговаривали с Дашей дома? Для простых вещей достаточно жестов. А для более сложных у нас есть лакей, который немного говорит по-английски. Да, она и сама знала свои обязанности. Джордж настаивает, чтобы мы уехали, но я не могу. Пока Дарья в тюрьме. Почему? Мне кажется, если я уеду, она уже не выйдет на свободу. И я всю жизнь буду думать об этом. Вы удивительная женщина, миссис Браун. Благодарю вас. Мы сегодня пойдем? Куда хочешь. Но вечером опять у Кавериной. Опять играть? Ты уже вчера вон проиграл этому толстому таракану целых 100 рублей. А зачем, спрашивается? Значит, так надо. Я же не юлальщик какой, чтобы по мелочи выигрывать. А кто такой юлальщик? Мелкий шулер, играющий по базарам и трактирам. А судья еще не созрел для больших ставок. Пусть пока порадуется. Ну, не знаю. Я бы никогда в жизни не отдала бы такие деньги. Опять Кавериной. Каждый вечер у Кавериной. Мне кажется, ты там уже провел полжизни. Сколько лет ты уже играешь там? Знаешь, ты иди... А что, мы не пойдем сегодня никуда? Ты права, один вечер можно пропустить. Ну, мы можем пойти в какое-то другое место. Нет, не сегодня. Ну, ладно. Я пойду. В институте Цандера все по-прежнему. Упражнения на аппаратах, прогулки к бывету на водопой. И в той же самой массажной комнате, на той же кушетке, разминают уже чьи-то телеса. Как будто бы там не зарезали человека. Что наша жизнь? Игра, игра. Послушайте, Клим Петелевич, а почему мы с вами не играем? Все вокруг решительно мечут банк, а мы с вами как две монашки из Монте-Карло. Действительно, поехали на дачу к Кавериной. Это что же, в самое сердце игры? Там собираются все игроки, приезжающие на воды. Я готов. Господа, можно мне с вами? Извините, я подслушала. Возьмите меня на дачу к Кавериной. Я тоже хочу в игру. Ну, а как же ваш супруг? У него мигрень. Так как же, могу я ехать с вами? Такой чудесный день. Я почту за счастье. Едемте. Предупрежу мужа. Какой чудесный день. Когда у мужа мигрень. Да. Здесь в окрестностях поистине волшебные места. Вылазки на природу доставят вам истинное наслаждение и разнообразит ваш досуг. Это было бы прекрасно. Стой. А что же здесь за места? Скала коварства и любви. Вот. Прошу. А почему она получила такое название? О, это благодаря старой легенде. Расскажите. Молодой пастух влюбился в юную красавицу, дочь горского князя. Но ее отец был против неравного брака и решил выдать замуж за богатого соседа. И влюбленные поклялись, что лучше погибнуть вместе, чем разлучиться. И вот когда вырубили трубы и на двор въехали сваты жениха, влюбленные уже поднялись на вершину скалы и уже готовы были сброситься в пропасть. Это прекрасно. И как полагается, первый бросился в пропасть юноша Аликонов. Он упал на острые камни и разбился. Увидев своего жениха мертвым, девушка испугалась и не стала прыгать.
Впоследствии она вышла замуж за нелюбимого старика. Неожиданный финал. Почему неожиданный? Вполне предсказуемый. Женщины рассудительнее и прагматичнее мужчин. Это врачебная практика привела вас к такому заключению? Опыт сердца, дорогая Делла Александровна, и наблюдение за окружающей жизнью. Клим Пантелеич, а вы тоже так считаете? Да. Что же это я в обществе жены ненавистников? И не скажу ни слова до самой дачи. Ну что вы, Аделаида Александровна, как вы? Ой, овечки! Смотрите, какие красивые! Мы можем мимо овечек проехать? Ну, пошла! Я пас. Давай вы. Официант! Я оставляю вас на попечение, доктор. Повторите. Сию минуту. Коньяк. Я пас. Еще. Господин капитан, играете? Клим Пантелеич. Ну что ж, я не офицер. Но не здесь и не сегодня. Телефонировал вам доктор Селиванский? Достаточно. Да. С ним общался следователь Боголепов. И, конечно, доктор достался. Скрываемся. Боголепов высказал все, что он думает о предсказаниях, предсказателях и о самом докторе Селиванском. Но вы все-таки здесь. Да. Здесь собираются все гастролеры. Я, конечно, в предсказания не верю, но и в совпадение тоже. Кого-нибудь знаете из этих людей? Ну как же. Расскажите мне. Вот этот господин Егор Тимофеевич Сандалов представился служащим коммерческого Волжского банка. Там в очках Анна Непромонович Заславский, редактор биржевых новостей. Рядом с ним супружеская пара Лейцингер. И напротив них граф Орловский. Ну, остальных вы знаете. Да. Благодарю вас. Рад, что вы здесь. Да, хорошего вечера. Чего изволите? Уважаемый. Сию минуту. Скрываемся. Дорогой, хорошо. Пожалуй, на сегодня достаточно. Ну, пожалуй, сегодня ты права. Удваивай. Интересно. Еще карту. И еще. Достаточно. Добрый день, господин Крушин. Добрый день. Мы встречались? Нет, Каверина Ольга Андреевна. Госпожа Каверина, рад знакомству с хозяйкой заведения. Можно вас на пару слов? Я могу на правах хозяйки поинтересоваться. Вы ведь здесь не случайно? Увы. Полиция предполагает, что, вероятно, новое убийство игрока. Вы думаете, это произойдет здесь? Вполне возможно. Но делается все возможное, чтобы предотвратить преступление. Я очень на это надеюсь. Я имела уже приватный разговор с господином полицмейстером. Он обещал мне охрану и защиту. Джонс, мне хватит. Еще раз. Господа. Еще кто? Моя табакерка, господа. Моя табакерка. Ой, вот же она. На
Спасибо. Благодарю вас. Братец, налей-ка мне коньячку. Закашлялся. Почему грудь обнажена? Вероятно, почувствовал жжение в груди и расстегнулся. Вряд ли. Рубашка и жилет распахнуты. Искали медальон или нательный крест? Болят червей. Как на рисунке. Опять карта знак. Это какая-то чушь. Однако это случилось, предсказание сбылось. Значит, надо немедленно арестовать доктора Стрельванского. На каком основании? А он знал о готовящемся убийстве. И сообщил об этом нам, не так ли? Да. Надо хорошенько во всем разобраться. Разумеется. Навряд ли доктор стал бы кого-либо предупреждать, если бы сам замыслил преступление. Вот что. Надо как следует допросить этого сумасшедшего. Что? Что случилось? Что такое? Господа, сюда нельзя. Сюда нельзя. Проходите. Проходите, проходите. Бедный граф. Ему так везло. Господа, сюда нельзя. Граф? Тело можно забирать. Факт отравления смогу подтвердить только в лаборатории. Забирайте тело. Снова убит Шулер. И снова карта. Пока нет доказательства, что первая жертва был Шулер. Уже есть. Вчера пришла депеша. Одним словом, не какой-то не Изюмов, а некто Збигнев Полонский, карточный Шулер, неоднократно судимый за совершение мошенничества. Полагаю, ясно, что горничная американцев невиновна. Пожалуй. Господа, я согласен с тем, что мы не можем ее обвинять за это убийство, которое произошло, пока она сидит у нас. Но согласитесь, она могла действовать не одна. А в массажном кабинете мы практически взяли ее возле тела, с поличным. И еще. Год назад она уже обвинялась в совершении убийства. Что ж, я согласен с вами. Но формально следователь прав. Наличие карт еще не оправдывает горничную. Доктор, отвезите Аделаиду в гостиницу.
Коньяк, рюмку. Капустки, и побыстрее, душа просит. Официант, шампанского. Сделаем. Ну что, все, господа? Направо, налево. До следующего раза, да? Ну, будь здоров. Че, улыбнемся? Нечестно играешь. Это докажи. Как думаешь, если я расскажу им про твои фокусы, что они с тобой сделают? Слышь. Кто здесь главный? Не понимаю, о чем говорить. Все, ты понял. То вожалый. Тише, тише, тише. Хорошо. У нас закрыто. Могу я увидеть дядю Прошу? Кого, простите? Дядю Прошу, доложите. Я спрошу, есть ли у нас такое, сию минуту. Прокофий Нилыч вас примет. Прошу за мной. Прошу вас. Неужели? Сам господин Ардашев. А? Вот и ладно, что пришли. Присаживайтесь, Клим Пантелеевич. Присаживайтесь. В ногах правды нет. В них одна усталость накапливается. Смею предположить, что вы обо мне слыхали. Фамилия моя Матушкин, а величают Прокопием Нилычем, так что будем знакомы. Что пить предпочитаете? Ничего. А, ну, как знаете, как знаете. Про маньяка читали? Сегодня нет еще. Угу. Знаю, зачем пожаловали. Мы с вами занимаемся одним и тем же. Ищем душегубца, убивающего почтенных граждан. Почтенных. Вот напрасно вы иронизируете, напрасно. Любой цирк Европы почел бы за честь иметь в труппе вот таких вот карточных чародеев. Ну, с этим спорить не буду. Угу. Значит, не ваши люди этих почтенных граждан убивают? Да упаси Господь. Эти почтенные граждане, честь по чести, и спросили у меня разрешения погостить. Так за что ж их? Так кто же это, по-вашему? Не поделитесь? Прошу. Нет, благодарю.
А с чего бы это мне с вами делиться? Чтобы по закону все решить. Да и вам лишний грех на душу не брать. О душе моей грешной заботитесь. Чувствительно вам благодарен. Ну нет, мы уж как-нибудь сами. А вдруг не справитесь? Кто, по-вашему, будет следующей жертвой? Кому червоный туз достанется? На меня намекаете. А что, может, правда в полицию пойти и сказать, ох, спасите меня грешного? Да, ситуевина. А вы сами-то на кого думаете? Ну да, я вам скажу, а его в канаве найдут. Вы меня за кого принимаете? За честного и порядочного человека, коим вас считают мои коллеги из Ставрополя. Вам лучше уехать ненадолго. А к субботе я найду злодея. Вы, Клим Пантелеевич, обо мне не беспокойтесь. Я злодей этому. Не беспокойтесь более. Дело ваше. Доброго здоровья. Доброго здоровья. Да. Да еще прочитал в Кавказском крае, что убитый в Сандраевском институте посетитель на самом деле оказался карточным жуликом-гастролером. Добрый вечер. Могу ли присоединиться? Такая тоска сидеть в номере. А чего же? Просим. Разрешите представиться, князь Вернигорин. Ардашев Клим Пантелеевич. Нижегородцев Николай Петрович. Позвольте представить, супруги Варяжские. Далаида Александровна. Ось-ось. Сдавайте. Сдавайте, князь. Кажется, мы все имели несчастье видеть драму графа Орловского. Да говорят, он вовсе и не граф. Ведь это вы разоблачили жулика, да? Там все было очевидно. На, пас. Вы разоблачили? Если вы про эти два убийства, то тут все очевидно. Жулики режут друг дружку. Да, все может быть. Да, и все-таки позвольте заметить, милостивые государыни и государи, 8 рубликов за сутки в номере этой гостиницы цена очень завышенная, да. Это почти что... Добавляю. 21 французский франк или 17 немецких марок. Еще? Там где-нибудь в Ницце или Шандао. Еще. Комната, простите за выражение, с ватер-клозетом платит такие деньги. За границей все гораздо дешевле и лучше. В Париже мостовые по утрам моют с мыльной пеной. И извозчики не матерятся, и не пахнет от них перегаром. Они не пьют, потому что... У них тепло, а у нас без этого околей. Благодарю, господа. Было очень приятно. Пойду пройдусь перед сном. Этот князь... На самом деле он князь. Доброй ночи. Доброй ночи. Ой, ну что ж, ну и нам пора, дорогая. Ты иди, я еще пасьянс не закончила. Я еще посижу. Хотите, я вам погадаю?
ты. Знаете, вроде не приглашал. Если дело срочное, мог бы и в ресторан зайти. Чё ж в дом-то вламываться? Ты мне не тычь. Прощения просим, ваше благородие. Скажи спасибо, что я тебя не сразу заметил, а то б и ружьишко со стены снял. Слушай сюда, тварь болотная. Еще раз упырей своих пришлешь, отправишься вслед за ними. Уразумел? Уж больно вы обидчивый, молодой человек. Так браниться сиятельным господам не к лицу. Да и ночью мы с тобой под одним солнышком не сушили. Запомни, второго разговора у меня с тобой не будет. А позвольте полюбопытствовать, сударь. Неизвестно ли вам случайно, куда мои ребятки-то запропастились? Молись, дед, за душонки и грешные. Ну, до приятного свиданица. А с чего это вас синий кирасир кличет? Чудно. Сашка, лещ мне нужен! Найди мне леща! Вы улыбаетесь. Карты правду говорят. Карты молчат, говорят гадалки. Вам скучно? Очень. Так же, как и вам. Поэтому вы занимаетесь этим. Чем? Ну, тем, о чем рассказывал доктор, будто вы этим занимаетесь. Выпадает казенный дом. Это тюрьма. Это не страшно, я там часто бываю. Ну, по долгу службы. Завтра в дворянском собрании городской голова дает прием в честь Шаляпина. Говорят, сам Шаляпин будет петь. У меня есть два пригласительных на завтра. Составите мне компанию, Осип Иосифович не пойдет. Благодарю, но у меня иные планы. Какие планы? На водах. Любите сладкое? Позволите? Нет. Ну, чё ты целишься в меня своими зенками, как будто дулом водишь? Да я, Порфир Ильич, не со зла. Взгляд у меня с детства такой, еще мать покойница об этом говорила. Как бы знала бедная женщина, какого упыря на свет произвела, она бы тебя в колыбели задушила. Слушай меня внимательно. В Кисловодске появился синий кирасир. Поселился в метрополе в 12-м номере. Пора с ним кончать. Смотри, не своевольничай, чтоб без пыток. А как уделаешь злыдня, рядом это оставишь. Конвертик сожги потом. Как прикажете, пристрелить или финкой? Ну, это уж я не знаю, это сам решай. Мне главное злодея с дороги убрать. Разумел? Да чего ж тут непонятного? Сделаем. И смотри, по сторонам поглядывать не забывай. А то прошляпишь и отправят тебя на казенный кошт сибирскую географию изучать. Порфирий Нилович, уж я своей гимназии давно прошел. Ну, ладно. Ступай, Саш, ступай.
Мы остались вдвоем. Пожалуйста. Вексель примите. Приму. Но с половинным дисконтом. Идет. Ва-банк. Прежде чем сыграть новую талию, я должен удостовериться в вашей платежеспособности. К сожалению, векселей у меня больше нет, но я готов составить долговую расписку на недостающую сумму. Я вам говорил, что у меня есть кожевельное дело. Господа? У меня годовая прибыль 500 тысяч. Мне нет никакого дела до вашей фабрики. Я человек далекий от скорняжного ремесла. Мы попросту тратим время. Извольте расплатиться за проигрыш. Расплатиться сейчас. Послушайте, это положительно невозможно. Даже если я сейчас соберу все деньги и драгоценности, я все равно смогу погасить только часть долга. Это вам к лицу, мадам. Избави меня, раба твоего, Афанасия, и рабыни твою, Елену. Великий Архангель Михаиле. Всегда. Ныне, присно и вовеки. Ну вот. Вот я и занял свой наблюдательный пост. Я дрожу от одной мысли, что могу пропустить тебя, и чтобы лучше видеть, мне пришлось собраться на подоконник. Наипаче всего я боюсь, что ты заблудишься и пойдешь не по той тропинке. Телефонировал доктор Стильванский, срочно вызывает нас к себе. Что больница строго охраняется. Вы думаете, эти рисунки больному кто-то приносит? Почему бы и нет? Сюда может пройти кто угодно. Господа, как хорошо, что вы приехали. Проходите. Вчера у меня был следователь. То есть второе преступление с Щеровым Валетом сбылось. И по некоторым вопросам следователя я понял, что он и меня подозревает. Меня... Мне нужна ваша помощь, Клим Пантелеевич. Я боюсь, что без вашей помощи этот следователь меня укатает. Я готов помочь. Могу я взглянуть на записи наблюдений? Конечно.
Я все-таки материалист и в мистические способности не верю. Тут должно быть очень простое и прозаичное объяснение. Понятное дело, что фортушно не могло быть ни в Цендеровском институте, ни на даче у Кавериной. Стало быть, убийство совершает либо кто-то из медперсонала больницы, либо тот, кто приходит извне. Это я и говорил. Теперь все будут думать именно так. И будут подозревать всех нас, медиков. Ну, на это разве только что следователь Боголепов способен. Ой, этого достаточно. Ой, хотелось бы точнее знать, что же все-таки явилось причиной помешательства Фартушина. К сожалению, он поступил сюда задолго до моего перевода в Кисловодск. И, как я уже говорил, все ранние бумаги не сохранились. Могу я поговорить с ним еще раз? Ну, конечно. Моя фамилия Ардашев. Я приходил к вам раньше, помните? И что стало? Я хотел поговорить с вами об одном деликатном деле. Вот. Возьмите. Ведь поэтому пришли. Господи. Где? Где произойдет убийство? Где? Что это? Что теперь будет? Опять телефонировать в полицию, следователь взъярится совсем. Следователя я возьму на себя. Усильте охрану больницы. Возможно, кто-то проникает к больному и делится с ним планами о будущих преступлениях. Но это невозможно. Посторонним находиться на территории запрещено. Вы меня простите, но мы видели, как это невозможно. Но если кто и проникает на территорию, то попасть в палату пациента просто невозможно. Палаты запираются, находятся под постоянным наблюдением. И все-таки усильте наблюдение за палатой Фартушина. Рисунок я доставлю следователю. Одному дается слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному пророчество. Вы же самый непримиримый скептик, из которых я только встречал. Неужели вы поверили, что бывший нотариус – пророк? Убийство произойдет сегодня, на званом вечере городского главы. Шутите? Нет. На рисунке рояль с певцом – это Шаляпин. На званом вечере будет все высшее общество Кисловодска. Жертвы нашего преступника изображают из себя людей солидных и знатных. Значит, кто-то из них будет сегодня на вечере. Там наш преступник попытается их достать. Нужно срочно оповестить полицию. У вас пистолет имеется? Пистолет? Да. Нет, никогда не было. Охотничье ружье есть, двустволка, дома. Ну, значит, пойдете без оружия. У нас всего пару часов. Нам надо поторопиться.
Ну и как же нам распознать убийцу? Только наблюдать и надеяться, что он продаст себя как-то благодарен. Как? Просто смотрите по сторонам, доктор, и примечайте что-то странное и необычное. Что у вас? Ничего, пока ничего. Должно что-то быть. Он должен себя как-то выдать. Он играет с нами в какую-то затейливую игру, показывает, насколько он изощрен в своих методах. Сначала стилет, затем стрихнин в табакерке. Я все-таки был в табакерке? Да, экспертиза подтвердила. Понятно. Да уж. Теперь еще эти пистолеты. Вряд ли он будет стрелять в зале. Думаю, нападение произойдет при выходе из зала после концерта. Обратите внимание на этого господина. Военная выправка, живет в Метрополе, представляется князем Вернигориным. Руки у него натренированы определенным способом. Слишком тонко работает для любителя. Понимаю. Николай Петрович, добрый день. Госпожа Каверина. Очень рада вас видеть снова в наших краях. Скажите, а этот господин, это адвокат Ардашев? Да, это он. А он надолго здесь? Приехал попить водички. Приятного вечера. Благодарю. Уже здесь. Доктор затащил меня. Я вижу, вам общество доктора куда приятнее моего. Ну что вы, просто общество доктора, оно неизбежно, как смена дня и ночи или времен года. А меня, значит, можно избегать. Простите. Вот вы где! Я вас повсюду ищу. Все время вы куда-то исчезаете. Пойдемте скорее, там уже начало. Редактор Засловский, никакой не Засловский. Он Шулер. Глаз с него не спускайте. Потенциальная жертва или убийца? Мертв, разумеется.
калибр небольшой, возможно, это мини-револьвер Дельвиха. Из-за овации ничего слышно не было. И снова что-то искали на груди. Сюда с ним? Да. Откуда вы знаете этого господина? Вы из салона госпожи Кавединой? Я танцовщица. Я выступала в Мулен Руж. Разумеется. Отведите мадемуазель в отдельную комнату. Танцовщица, я выступала в Мулен Руж. Это мы уже слышали. Я прямо представляю, как весь Париж оклеен афишами. Несравненная Зизи Сурепкина только один день проездом из Ниццы в Урюпинск. Извольте насмешничать. Как вам будет угодно. Только я ничего плохого не делала. Где вы находились в момент убийства господина Заславского? А в какой такой момент? Я не знаю, когда был этот момент. Я сидела, слушала волшебный голос господина Шаляпина. Господин Заславский стоял позади, за спинкой моего кресла. А потом все вскочили, начали аплодировать, ну и я тоже. А потом гляжу, его нет, господина Заславского. Ну а потом вы сами знаете. Как давно вы были с ним знакомы? Вчера познакомились. Там же, в борделе у Кавериной? Зачем вы меня оскорбляете? В пансионе госпожи Кавериной я снимаю комнату. Нас представили. Да-да. Скажите, что вы знаете о роде деятельности Заславского? Кажется, он какой-то газетчик или что-то в этом роде. А в момент овации вы покидали зал? Нет, что вы. Я только и смотрела на господина Шаляпина и хотела подойти, чтобы взять автограф, но куда там. Дежурный! А вот что, голубчик, отведи-ка ты задержанную в камеру. Как в камеру? За что меня в камеру? Я ничего не сделала. Напомните мне, за что мы задержали эту девицу? Я много думала о легенде «Скалы, коварство и любовь». Это и впрямь очень печальная история. Могу ли я надеяться еще на одно свидание? Да. Но пусть оно состоится там. Там? Вы готовы отправиться туда? С вами...
С вами хоть на край света. Когда, душа моя? Всему свое время. Не торопите меня. Нужно, чтобы он не мешал нам. Я пришлю вам записку и назначу рандеву. А сейчас я должна идти. Я провожу вас. Не стоит. А я тебе еще у гостиницы заметил. Сам догадался или кто надоумил? Можешь не говорить. Я и так все знаю. Пес холерный. Ты лучше помолись, а то черти уже ждут. Не тебе мне проповеди читать. Ты сам одной ногой в могиле. Так что скоро свидимся. Ну, как знаешь. Доброе утро. Доброе утро. Приятного аппетита. Благодарю. Какие новости? У нас две новости. Полиция хочет привлечь гипнотизера, чтобы допросить Фартушина. Какая бессмысленная затея. Мы приглашены. А вторая новость? Госпожа Каверина хочет видеть вас. Зачем? Ну, вероятно, хотела бы с вами переговорить. Интересно. Да, это очень известная особа в округе. Казино, мюзик-холлы, публичные дома, 7 дач, девочки, карты, рестораны. Хотя официальная игра разрешена только в Мавритании. Полиция уж была хотела привлечь ее, да куда уж там. Очень высокие покровители. И она решила пригласить меня через вас. А мы старые знакомые. Вероятно, какая-нибудь деликатная тема. Она ждет нас в Сандровском институте. Господа, прошу прощения, закрыто. Пропусти. Ольга Андреевна, позвольте вам представить моего друга, присяжного поверенного Ардашева Клима Пантелеевича. Я вынуждена просить вас о помощи, Клим Пантелеевич. Как вам известно, подозрение в убийстве полиция арестовала француженку, главную исполнительницу мюзик-холла Мавритании. Я обеспокоюсь о ее судьбе и хотела бы просить вас взять под свою опеку невинно обвиненную. А что, если она является соучастницей преступления? Поверьте, Зизи никак не могла совершить такого злодейства. Тем более, как это странно, убивать клиента, заплатившего за 3 дня вперед. Звучит вполне разумно. Я очень рада, что вы на ее стороне. Я готова предложить вам аванс в 5000 рублей.
Благодарю вас, но в деньгах нет никакой надобности. Я думаю, что все убийства совершает один и тот же человек. К тому же я уже взялся за это дело. Зачем же платить мне дважды? Но дело не только в Зизи. Все эти преступления несут значительный вред репутации Кавказских вод. Боже упаси, если курорт опустеет. Многие едут в Кисловодск не только, чтобы бить нарзан, но и попытать счастье в игорных домах. Но это уж мы понимаем. Мои высокопоставленные друзья очень хотели бы, чтобы вы, используя ваш талант, как можно быстрее нашли настоящего убийцу. Мне не стоит повторять дважды. Я сделаю все возможное. В свою очередь, хотел бы попросить вас об одолжении. Да? Все, что могу. Собери вещи. Полагаю, что для ваших девушек не составляет особой тайны, чем на самом деле занимаются ваши клиенты, которые представлялись князьями, графами, купцами. Что вы имеете в виду? Три последние жертвы говорили, что они люди состоятельные. На самом деле они были карточными шулерами. Вам известен князь Вернигорин? Да. Он был посетителем вашего салона? Простите, я не могу это обсуждать. Вы уже прекрасно понимали, что он не князь. Мне кажется, что здесь мы с вами вступаем на скользкий путь. Нет-нет, что вы, я просто хочу побеседовать с вашими девушками, которые сопровождали князя, в частности, Зизи. А вы им, в свою очередь, скажите, чтобы они были со мной максимально искренне. И что вы хотели узнать? Что у него на груди? Простите. Особые приметы. Ожог, родимое пятно, шрам. Я думаю, что вашим девушкам это известно. Я постараюсь вам помочь. Благодарю вас. Проводи, господ. Милостивый государь, позвольте рекомендовать вам мастера гипноза доктора Дрейера. Ну, в настоящее время, как вам известно, у него ряд антреприз в Пятигорске. Идя навстречу моей просьбе, Густав Вольфович благосклонно согласился приехать к нам и провести сеанс с пациентом Фартушиным. Густав Вольфович. Благодарю вас, господа. Введя в транс нашего пациента, мы постараемся пролить свет на сделанные им загадочные предсказания. Могу ли я увидеть список вопросов? Благодарю. Ого, 20 пунктов. Окажите любезность, выделите главные. Ну, тогда первые 5. Это будет гораздо проще. Введите пациента. Афанасий Мерентьевич, присаживайтесь. Нам надо с вами переговорить. Оставьте меня, наконец, в покое. Что вам надо от меня? Успокойтесь, любезный. Я вам не причиню зла. Скажите, вы хорошо сегодня спали? Да. Закройте глаза. Закройте глаза. Вот так. Хорошо. Опустите руки. Откиньте голову на спинку кушетки. Слушайте мой голос. Я буду считать до 5. На счет 5 вы уснете. 1, 2, 3, 4. 5. Вы были женаты? Да. Зачем вы убили свою жену? Я не убивал. А кто? Кто ее убил? Он. Кто он?
Не помню. Когда произойдет следующее убийство? Скоро. Кто убийца? Князь Шаховской. Опишите его. Не могу. Нет. Достаточно. Нет. Надо прекратить Нет. сеанс. Не могу. Нет. Прекратите сеанс. Нет. Откройте глаза. Санитар! Уведите пациента в палату. Я не сумасшедший. Я всегда говорил, что она приедет. Она пришла. На улице был дождь. Уж не знаю, помог ли я вам или нет, одно скажу. С этим человеком работать было очень сложно. Что скажете, господа? Бесспорно, этот безумец наделен сверхъестественной способностью, чью природу определить пока довольно сложно. Да-с. Доктор, если поступят новые предсказания от Фартушина, сообщите. Честь имею. А в этом заведении есть случаем колода карт? Карт? Да, именно. Ну, вот, извольте. Вы держите карты у себя? Да, что? Нет, ничего. А что вы задумали? Хочу что заложить? Здесь? Нет, в палате Фартушина хочу сыграть с ним. С ним? Да, наедине. Это же опасно, я как врач не могу согласиться. Да, в самом деле, он еще не оправился от этого гипноза. В таком случае я отказываюсь от расследования. Хорошо. Ну, мы будем стоять за дверью. А как долго вы собираетесь пробыть с ним? Я думаю, что ждать меня не имеет никакого смысла. Санитаров я вызову сам. А вы, Николай Петрович, отправляйтесь в гостиницу. Я думаю, что я задержусь здесь надолго. Хорошо, вас проводит Фартушин санитар. Он же будет дежурить в коридоре возле двери и прибежит к вам по первому зову. Фортуна сегодня на вашей стороне. Ваша фамилия Фартушин. Не происходит от слова «фарт»? Признаться, я и сам был уверен в этом длительное время. Но в самом деле, если бы не моя невероятная фортуна, разве бы я встретил ее, разве бы она ответила мне согласием на мое предложение? Вы говорите о своей покойной жене? Нет, она не умерла. Она жива. Уважаемый Афанасий Мелентьевич, я бы на вашем месте приостановился. Сегодня Фортуна не созвучна вашей фамилии. Такое часто бывает. Но я готов сделать благородное дело и вернуть вам вексель. Вернуть? Да, но при одном условии. При каком же? Вексель за
с вашей женой. Я здесь же, в 21 номере. Потрудитесь ответить в течение часа. Она приходит к вам? Но как она может приходить ко мне, если он убил ее? Помилуйте, вы сами только что сказали, что она жива. Нет, 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 он убил ее. Нет. Нет, это я убил ее. И поэтому сейчас она не приходит ко мне. Я убил. Нет, нет. Зачем вы здесь? У нас не должно быть здесь. Зачем мы здесь? Еще партию. С удовольствием. Не надо. Не закрывайте дверь. Вы пишете ей письма? Пишу. Это все, что мне остается. А кто же их доставляет? Птицы. Иногда доктор Стильванский, но птиц я предпочитаю больше. Голубей. А рисунки для кого вы их делаете? Он умрет. Я рисую его смерть, а значит, он должен умереть. Он тот, кто убил вашу жену? Да. Нет, но... Да, нет. Я... Нет, но... Это я убил ее. Сядьте. Этого не может быть. Опять. Он выиграл у вас этой комбинацией? Этого не может быть. Кто он? Этого не может быть. Опять. Как его звали? Как его имя? Будь оно проклято, его имя. Это был князь Шаховской. Я знаю, вы здесь.
очнулись. Ну, славьте Господи, я за доктором. Клим Пантелеевич, как вы себя чувствуете? Голова кружится. Вы помните, что случилось? Я упал, кажется. У вас был шок. И легочный спазм по причине вашей клаустрофобии. Вы могли умереть. Ее схватили. Кого? Жену Фартошина. Помните, Клим Пантелеевич, что вы такое говорите? Я ее видел. Она умерла много лет назад. Это известно только с ваших слов. Да, с моих. А что, вы уже сомневаетесь в моих словах? Да, вы мне сказали, что все документы потеряны. Ну, я даже и не помню уже, когда я принимал дела, мне об этом сообщил мой предшественник. Слушайте, ночью к окнам палаты Фартушина приходила женщина. Я ее увидел и погнался за ней. И оставили палату незапертой. Так не годится, Клим Пантелеевич. Вашего надзирателя на месте не было. Правильно. Он отлучился на время в соседний корпус. Там разбушевался пациент. Вы не должны были покидать палату. Вы меня вообще слышите? Я говорю, что она приходила сюда. Тихо. Вы простите, здесь не все же, как Фартуш. Дайте мне мою одежду. Вы взволнованы. Вам необходимо пару дней полежать в постели. Вы еще очень слабый. Пойдите к черту, доктор. Прикажите подать мне мою одежду. Вы очень взволнованы. Ваша нервная система нестабильна. Вы утверждаете, что видели кого-то, но кроме вас никто больше никого не видел. Я видел ее, видел. Это невозможно. У нас усиленная охрана. Грош цена вашей охране. Я сам лично со сторожами ночью осмотрел всю территорию. А как вы здесь оказались ночью? Вы же сказали, вам нужно уйти. Ну, потом решил, что не могу оставить больницу, пока вы один на один с пациентом. Послушайте, доктор. Если вы сейчас же не прикажете выдать мне мою одежду, я натравлю на вас инспекцию из Петербурга. У вас здесь происходит черт знает что. Ну, хорошо. Я не хотел вас волновать. Появился еще один знак. И, кстати, прибыл доктор Нижегородцев. Вот, извольте видеть. Я приказал отобрать у Фартушина бумагу, чернила и карандаши. Это было сделано для того, чтобы понять, сам ли он делал рисунки или их ему приносил кто-то извне. Уголь. У нас тут угольный склад. И когда же он это нарисовал? Он этого не делал. За ним постоянно наблюдали надзиратели, глаз не сомкнули. Это нарисовал кто-то посторонний. Значит, некто, кто проник в больницу извне, знал, что Фартушин не может рисовать на бумаге, и нарисовал это на стене, дабы поддержать легенду о Фартушине провидце. Господь все видит. Господь нас не оставит. Господь следит и все управит. Все по делам Господа. А монашки? Монахини помогают. Пациента словом Божьим утешают. В саду работают. Горшки выносят, случается. А выносили сегодня покойника? Выносили. Четверть часа назад на кладбище увезли. Поехали. Кого хороните? Из больницы?
Да как же я жить с ней смогу после этого? Вы... Вы себе это представляете? А? Да что вы стоите и молчите, как истукан? Вы же жизнь мою уничтожаете, вы же без ножа меня режете. Но неужели у вас не найдется хотя бы талика сострадания? А вот вы... Представьте, каково мне на мгновение. Как бы вы поступили на моем месте? Я застрелился бы. Но я умоляю вас. Умоляю, проявите великодушие. Дайте отсрочку. Я прошу не о многом. Умоляю вас, дайте мне отсрочку. Что вы устроили балаган, как на святой неделе? Я и так вам излишне снисходителен. Для принятия решения у вас осталось не более 20 минут. Вам нужно не это. Вы странный человек. Отказались от целого состояния, чтобы вот так просидеть со мной всю ночь? А вам плохо со мной? Всегда оказываетесь, где убийство. Вы тоже. Ой, ведь верно. Увезите меня в горы, пока опять кого-нибудь не убили. Прямо сейчас? Сейчас. К скале коварство и любовь. Полдневный час в долине Дагестана. Свинцом в груди лежал недвижим я. Глубокая еще дымилась рана. По капле кровь точилась моя. Лежал один я на песке долины. Уступки скал теснились кругом, и солнце жгло их желтые вершины. И жгло меня, но спал я мертвым сном. И снился мне сияющий огнями вечерний пир в родимой стороне. Меж юных жен, увенчанных цветами, шел разговор веселый. Обо мне. Ну же. Но в разговор, веселый не вступая, сидела там задумчиво одна и в грустный сон
Душа ее молодая, бог знает чем, была погружена. Боже, какая красота! Посмотрите. Куда же вы смотрите? Я на вас смотрю. Простор какой. Так бы и взлетела. Осторожней. Боитесь? Нет. Высоты я не боюсь. Тогда идите сюда. Повернитесь ко мне лицом. Помните ту легенду про двух влюбленных? Полюбили когда-нибудь так, чтобы в пропасть, без оглядки? Thank you.
Это беглый каторжник Александр Ерохин. Подручный дяди Проши. Но эта дама трефовая. А у Фартушина в рисунках всегда червовая дама. Ну, какая разница? Это означает, что убийца точно не знал, какая должна быть масть. И это убийство не имеет никакого отношения к предыдущим трем. Кто-то хочет, чтобы мы подумали, что это преступление связано с теми карточными убийствами. Любезнейший Вениамин Янович, но право, мне кажется, вы перемудрствовали. Здесь такой простор, как свидание с небом. 10 лет назад я встретил одну даму. Кстати, весьма похожую на вас. Ее муж – самодовольный болван, азартный картежник. Проиграл мне однажды сумасшедшие деньги, которых у него не было. А чего вы дрожите? Здесь не жарко. Если б я был индусом, я бы подумал, что ее душа вселилась в вас. Хотите сказать, что она умерла? Она умерла? Да, она умерла. Идите ко мне. Станьте на фоне всей этой красоты. И знайте, что не всегда стоит брать то, что само идет в руки. Господин сыщик, вы за мной следите? Во-первых, я не сыщик. А, да-да, присяжный поверенный. А как вы меня нашли? Я вас не искал, но вы мне нужны. Да, госпожа Каверина мне предупредила. Ну и что вам угодно? Вы были с князем Верной Горьевым? Ну, допустим, и что? Госпожа Каверина предупреждала вас, чтобы вы были сговорчивы. Предупреждала. Да, я была с князем Верной Горьевым. Вы знали, что он игрок? Да, знала. Пожалуйста, вспомните, что у него на груди. На груди у него 2 шрама. Один сумасшедший игрок как-то ударил его ножом 2 раза, но не сильно. Благодарю вас, Зизи. Господин капитан!
Господин капитан, там следы от двух пролетов. Господин капитан, там следы от двух пролеток. Хорошо. Бог мой. Это же князь Вернигорин. Князь? Час от часу не легче. Это несчастный случай. Тут нет никаких оснований для возбуждения уголовного дела. Сорочка на груди расстегнута. Два старых шрама. Небольших. Это убийство. Все из той же серии. Да мало ли. Он упал с такой высоты. А где его сюртук? Он должен быть где-то здесь. Доброе утро, Клим Пантелеич. Доброе утро. Доброе утро. Вы же с газет с утра. Как же можно такое утро посвящать биржевым сводкам? Или вы предпочитаете уголовную хронику до завтрака? Да, предпочитаю. Ну, что вы скажете, а? Вчера теплынь, а сегодня холод омерзительный. Вчера листва под ногами, а сегодня снег. Но воздух, воздух. И все это совершенно бесплатно. Вот он! Так. Господи, опять... Дама. Да, но на этот раз червовая, но опять из клозетной колоды. Однако, постойте. Вот. Позволите? Ну, вот, пожалуй, и все. Смотрите, дамский платочек! Ну, что там пишет? Опять убили кого-нибудь? Пока нет, но еще только утро. Да-да. Все еще может случиться. Ну что, пойдем, дорогая? Со вчерашнего дня что-то мне не здоровится. Хорошего дня, Клим Пантелеич. Когда мы увидимся? Нам не нужно больше встречаться. Вы можете так со мной поступить? Пожаловал. Здравствуйте. Добрый день, господа. Добро пожаловать в наш пенат. Клим Пантелеич, позвольте вас на два слова. Что теперь делать? А если у вас... Извини перед господами. Все понял, башка твоя дурная? Понял, все. Иди быстро. Позвольте полюбопытствовать. Была ли с вами вчера Аделаида Варяжская между 3 и 5 часами дня? Со мной? Ваша компания. Нет, днем я ее не видел. А в чем, собственно, дело? В это время был убит князь Вернигорин. То есть как убит? Сброшен с обрыва. Возле скалы коварствовали любовь. А карта была? Дама червей. Это последняя жертва у него. На груди 2 ножевых шрама. Откуда вы знаете? Убийца все время искал свою жертву по этой примете. И нашел. Остальные жертвы были ошибочны. Полагаю, вы правы. А при чем здесь госпожа Варяжская? Насколько мне известно, она была в Цандеровском институте в момент первого убийства.
была на даче у Кавериной. Также присутствовала на вечере Шаляпина. Не извините, но по такой логике можно и нас с доктором подозревать. Бросьте. А вас, слава богу, речь не идет. Да какие основания? Я... Вы видели у госпожи Вряжской такой платок? Я не обращал внимания на ее платки. Вы думаете, это ее платок только потому, что там инициалы АВ? А вот я сейчас у госпожи Варяжской это и спрошу. Я пойду с вами. Аделаида Александровна, позвольте. У меня к вам несколько вопросов. Каких вопросов? Что случилось? Чем обязаны, господа? Осип Осипович, прошу прощения, несколько вопросов к вашей супруге. Скажите, где вы были вчера с 3 до 5 часов пополудни? Здесь, в номере, разумеется. Потрудитесь объяснить, в чем дело. Осип Осипович, вы подтверждаете, что ваша супруга была здесь? Разумеется. Мы ложимся спать днем. И когда я уходил к себе около 3, Аделаида была уже в постели. Вы сказали к себе. Что это значит? Ну, в свой номер. Мы снимаем 2 номера и спим в разных номерах. А, видите ли, я храплю безбожно и с носовым свистом. Получается, что с 3 часов дня и до самого утра вы супругу не видели? Ну, я был в номере, плохо себя чувствовал. Потрудитесь объяснить, в чем дело, или покиньте номер. Еще один вопрос, и я все объясню. Скажите, это ваш платок? Мой. Откуда он у вас? Когда вы в последний раз были у скалы «Коварство и любовь»? Я там еще не успела побывать. Каким же образом ваш платок очутился там, в ущелье, рядом с телом погибшего князя Вернигорина? Князь, он погиб? Убит. Я полагаю. Так каким образом там очутился ваш платок? Я не знаю. В таком случае вам придется проехать со мной в участок для дачи показаний. Господа. Полагаю, дальше я сам смогу сопроводить Аделаиду Александровну. Я поеду с супругой. В этом нет необходимости. Нет, нет, я должен быть рядом с ней. Мы проясним все недоразумения, и Аделаида Александровна вернется к вам вскоре. Не стоит драматизировать. Дорогой, не волнуйся, тебе вредно. Я скоро приеду. Да, я сделал запрос по поводу дела Фартушина. Но если хотите, можете пообщаться со следователем, который его вел. Он теперь на пенсии. Фамилия Кислицын, живет на Тополиной улице 15. Кислицын, благодарю вас. Не за что. Специально для вас сделал запрос к управлению. Но, полагаю, теперь это уже не имеет значения. Я могу вам чем-то помочь? Нет, благодарю. Вы уверены? Я уверена, что это недоразумение, которое очень скоро разрешится. Вот эта история. Неужели это наша пташка? Аделаида Александровна Варяжская, года? 84-го. Мужа любите? Что? Какое вам до этого дело? Меня зовут Азарий Савич. Фамилия моя Боголеб. И с этого момента именно я буду решать, с кем и в какой арестантской камере вы будете сидеть до суда. Какое право вы имеете со мной так разговаривать? Ты не стой, голуба моя. Добрый день. Моя фамилия Ардашев, Клим Пантелеевич, я присяжный поверенный. Я хотел бы поговорить с вами об одном вашем прошлом деле. Прошу вас. Благодарю. Дело нотариуса Фартушина. Его жена то ли была убита, то ли
покончила с собой. В городе произошло несколько убийств. Я думаю, это как-то связано с прошлым Фартушина. Да, я читаю газеты. Не расскажете, в чем там было дело? Фартушин проиграл в карты Шулеру. Ну, практически все свое состояние. Его жена покончила с собой, а он сошел с ума. Вот, собственно, и все. А как звали жену Фартушина? Елена. А в девичестве Лаврова. Да. А у нее есть родственники? Тогда по моему вызову приезжала мать с младшей сестрой. А вдруг у вас остался адрес? Да, конечно, в моих записях. Сейчас посмотрю. Да, скандально это было дело. По показаниям свидетелей, после проигрыша жена Фартушина провела ночь в номере князя Шаховского. После Фартушин напал на князя. По его собственным показаниям, он нанес жулику 2 удара ножом в грудь. Но вследствие его неопытности удары были неглубокие, и жулик скрылся. Фартушина нашли тогда в гостиничном номере, окровавленным, с ножом в руке. А на следующий день Елена отравилась. Ходили слухи, что это он ее отравил. Но я тогда возражал против этого. А вот и адрес. Они тогда жили в Казани. Вы подозреваетесь в предумышленном убийстве князя Вернегорина? Позвольте, я с князем Вернегориным была едва знакома. И ваше предположение, что я могла его убить, полный бред. А Платоныч, только чистосердечное признание и раскаяние помогут смягчить вашу участь. Где вы были вчера с 3 часов дня до 5? В номере. Где же еще? В каком номере? В моем номере. А вот у нас есть свидетель, который утверждает, что в это время вы были в совершенно другом месте. В каком месте? Какой свидетель? Извозчик, который вез вас от той скалы, с которой вы забросили несчастного князя. Казань, улица Мещанская, 28. Лаврова Анна Кузьминична, верно? Да, все верно. Господин Абдашев, Клим Пантелеич. Ну как же это? Ее арестовали. Ее держат в камере. Они всерьез думают, что она убийца. Вы ее видели? Видел. Разрешили свидание. Аделаида в камере. Это ужасное зрелище. Сделайте что-нибудь. Найдите убийцу. Вы же это можете. Я вас нанимаю. Я заплачу вам любые деньги. Ну, не любые, конечно. Ничего не нужно. Я и так делаю все, что могу. Как я уже говорил, Варяжская могла быть во всех 3 местах, где были совершены первые 3 убийства. Цандровский институт, дача Кавериной
и прием в честь Шаляпина. Она могла совершить все три преступления, а теперь разделалась с князем Вернигориным. Оговорюсь сразу, мы пока не до конца уверены, на самом ли деле он князь. А я уверен, что он шулер, как и те трое. Вполне возможно. А мотив, господа, каков мотив? Я понимаю ваше желание, чтобы убийцей оказалась любая другая дама, кроме той, против которой имеются веские улики. Конечно, при ближайшем общении красота и обаяние Аделаиды Александровны. Капитан. Платок. Откуда там ее платок? Дайте мне свидание с ней, и, возможно, вы узнаете. Это, конечно, против правил. Но для вас? И для вас. Пять минут. Зачем вы пришли? Нужно рассказать им, как там оказался ваш платок. Нет. Послушайте, они вас не отпустят, вам грозит каторга. Нужно просто сказать, что мы были там вместе, и вы обронили платок. Мы просто гуляли, пока вашему мужу не здоровилось. Нет, я вам запрещаю. Ну, вы же прекрасно понимаете, если мы расскажем, что мы там гуляли, то додумают и прочее. Найдутся свидетели. Я не могу. Мой муж не заслужил этого. А вы за это заслуживаете каторгу. Пусть будет, что будет. Неужели вы не можете найти другие доказательства моей невиновности? Это же ваш принцип. Найти настоящего убийцу, чтобы оправдать невиновного. Охрана. Мне очень жаль, Мурауна. Меня? Или того, что между нами было? Пожалуйте на выход. Я найду убийцу. Господин Ардашев, вам письмо. Дорогой мистер Ардашев, жду вас сегодня у нас в 7 часов. Эмили. Благодаря вам Даша на свободе. Значит, мы теперь свободны. Завтра уезжаем. Надеюсь, у вас останутся и другие впечатления о наших местах, кроме тех, что вызваны убийствами и допросами полиции. Да, это было нелегко. Но, по крайней мере, у вас играют в покер. Без этого совсем была бы тоска. Джордж, не обращайте внимания. Джордж вообще очень мало чему придает значение в жизни, кроме карт и оружия. Оружие? Вы коллекционер? Нет, просто люблю пострелять. Здесь удивительная природа. Эти горы, леса. А это скала с романтической легендой. Вы там были? Да, посетили с Джорджем. Но я знаю, что и там произошло убийство. Увы. Из той же карточной серии. Бедная госпожа Варяжская. Я не верю, что она убийца. Надеюсь, вы докажете ее невиновность. Я тоже не верю. И делаю все, что могу. Там какие-то люди прилезли через забор. Джордж!
Джордж, ты куда? Пристав Унтилов опознал этого молодца. Турка из команды дяди Проши. Совсем уже дед из ума выжил. По дачам промышляет. Думаете, это ограбление? Ну а что же? Прознали, что здесь богатые иностранцы живут. Решили поживиться. А этот мистер Браун, однако, не промах. Да уж, не промах. Говорят, у них в Америке с детства к оружию приучают. Дарья сбежала. Горничная. Как сбежала? Нигде ее нет. Коротушки у нее кавардак. Видно, в спешке вещи собирал. Вот тебе и бедная Даша. Вы не знаете, почему горничная бежала с вещами? Она всегда жила там, во флигеле? Да, с первого дня, как мы ее наняли. Следовательно, вы не могли видеть, когда она приходит или уходит из дома. Вы снова ее подозреваете? А что же остается делать, если Дарья внезапно исчезает во время нападения на вас? Это явно непростое совпадение. Боже мой. Завтра, наконец, мы отсюда уедем, и все кончится. Простите, миссис Браун, но вам придется задержаться до конца следствия по делу о нападении на ваш дом, повлекшем за собой смерть одного из нападавших. Ну и что вы теперь скажете? Скажу, что вы, кажется, защищали преступницу, а мы ее преступно отпустили. Ну что ж, теперь мы возвращаемся к горничной, Дарье? Нет. Варяжская останется под стражей. А Дарью мы будем искать. Возможно, они сообщницы. Да-да, я уже ничему не удивлюсь. Я вам говорил о монашках в больнице? Да. Тут вы правы. Это совершенно неконтролируемое явление. Рот открыт и обуглен. Как вы полагаете, что могло быть причиной смерти? Крови нет. Может, задохнулся, может быть, подавился. Вскрытие покажет. Держи. Благодарствую. Сударь! Сударь, сюда нельзя! Я предупреждал. День добрый, Клим Пантелеич. Добрый день. Да, день и в самом деле добрый. Вот, пожалуйста, проявил сознание, избавил мир от своей мерзкой персоны. Кстати, хоронить его теперь будут не на кладбище. А вы уверены, что это самоубийство? Клим Пантелеич, здесь и думать нечего. Кухарка ясно сказала, последние 5 дней был странен. Никого к себе не впускал и из дома не выходил. Но если это самоубийство, то где же орудие? Ведь не мог же он, выстрелив, открыть дверь, избавиться от пистолета и сесть на место. А вы что, не нашли орудие убийства? Клим Пантелеич, ну, право, поверьте, я не первый день работаю в полиции. Мы здесь все тщательным образом обыскали. Я понимаю. Кстати, очень неплохо, что вот все это никоим образом не связано с этими десятками, дамами, королями. Господа, значит, нам ничего не остается, как арестовать дворника и кухарку. А мотив? На коем убирать вожалого? Чертовщина какая-то. Я так понимаю, слово за мной. Мне кажется, что орудие убийства состоит из трех важных частей. Сигары, патроны чрезвычайно малого калибра и горящие свечи. Любой из этого шандала. Позвольте пинцет. Патрон был аккуратно вставлен в кончик сигары таким образом, что пуля была направлена к ее основанию. Когда он согнулся, чтобы прикурить, к
капсуль воспламенил патрон, и он прямиком отправился в рот жертвы. Клепать, Ильич, согласитесь, что вот все это сотворить, что вы нам рассказали, надо, чтобы кто-то проник сюда. Смотрите. Подарочная лента. Может быть, убийца отправил сигары по почте? Да, все верно. Послушайте, ну, правда, сигара как сигара. Вы позволите? Убийство. Кажется, вы опять ошиблись с госпожой Варяжской. Снова убийство после ее ареста. Посылка пришла по почте. Она вполне могла отправить ее до ареста. Завтра в 10 утра я предоставлю вам убийцу. Стараюсь. Нужно, чтобы завтра вы и Боголепов были у нас в гостинице. Я пригласил всех заинтересованных лиц. А сейчас вы не можете сказать, кто убийца? Сейчас нет, завтра. Что ж, мы будем. И Варяжскую привезите. Хорошо. А Дарью Самохину? Ее тоже нашли? Да, взяли ее на вокзале. Свою причастность к происшествию отрицает, говорит, просто испугалась и бежала. Везите ее тоже. До завтра. Итак, дамы и господа, сегодня я представлю вам злодея, который совершает все эти загадочные убийства. Клим Батяревич, ну, право, не томите нас. Кто же это? Давайте не будем торопить события, дабы не совершить ошибки. Простите, я не совсем понимаю, для чего нужно здесь присутствие мое и Джорджа. Как это нас касается? На вас было совершено нападение, и оно связано с этими убийствами. В самом деле? Но мы же ничего не понимаем. Пожалуйста, не волнуйтесь. Я непременно переведу вам, когда дойду до этого пункта. Итак, все преступления странным образом связаны с безумцем Фартушиным. Он это же предсказывает. Ну, в мистику я не верю, всему есть логичные и разумные объяснения. Значит, либо сам Фартушин совершает эти преступления, либо узнает о них от того, кто эти преступления совершает. Фартушин все время твердит, что к нему приходит его покойная жена. Однажды я увидел ее. Гораздо лучше людей. Они хорошие. Ты снова ошибся. Ты снова ошибся. Нет, он здесь. Беги, он снова здесь! Беги, он снова тебя убьет! Да-да, я ее видел. Не лицо, конечно, силуэт, фигуру. Эта дама выдавала себя за погибшую жену Фартушина, и он ей верил. А еще я услышал шепот. Голос, к сожалению, по шепоту узнать невозможно, но я услышал, что она сказала. Ты опять ошибся. Опять ошибся. Что это значит? Господин Варяжский, это может значить все, что угодно. Это на первый взгляд. Было три убийства. Каждое из них предсказывал Фартушин. Дама приходила к Фартушину трижды, несмотря на риск. Значит, она приходила к нему, чтобы узнать приметы, кого она хотела убить. И он трижды ошибался. Господин Круше, если вы вспомните внешность трех первых убитых, то согласитесь со мной, что все они были примерно одного и того же типажа, одного возраста и даже одного роста. Да, пожалуй. И все были шулерами. Верно. Однако жертвой должен был стать только один шулер, лица которого убийца не знал. Да. Но вы забываете, Вениамин Янович, что его знал Фартушин. Однако не мог его как следует описать. Да, потому что была особая примета, которую не так просто было увидеть. Потому что она была на груди. Да, именно. И, как вы знаете, человеком с такой приметой был князь Вернигорин. Он и был целью. Убийца, а все остальные были ошибочны. Позвольте, если Вернигорин, как вы говорите, объект мести, тогда кто же мститель? Жену Фартушина звали Елена Лаврова. У нее была младшая сестра Анна. На момент гибели Елены Анне было 16 лет.
Значит, сейчас ей 26. Да, именно. Среди всех подозреваемых были три дамы этого возраста. Это госпожа Самохина, госпожа Варяжская и мадемуазель Зизи. Госпожа Самохина одинока. У госпожи Варяжской умерли родители, и она вышла замуж. А вот биографию мадемуазель Зизи я не знаю. Но думаю, что дама, которая работает в подобном заведении, окончательно порвала связь с родными. Таким образом, все три дамы могут выдавать себя за ту, кем не являются. Господи боже, что же это? Я не дама из заведения, я танцовщица. Прошу прощения. Вы не забыли о нас? Одну минуту. Что? Я сейчас подойду к вам и все переведу. Итак, дамы и господа, хочу представить вам злодея, который сотрясает весь Кисловодск. Это миссис Эмили Браун. Что вы говорите? Я не понимаю. Это сейчас она подданная из Соединенных Штатов Америки, доктор. А 10 лет назад ее звали Анна Юрьевна Лаврова. Ее семья после трагедии переехала в Европу, а в Париже она вышла за богатого американца. И стала миссис Браун. Я телеграфировал вашей маме в Казань, но ответа не последовало. Тогда я попросил доктора телеграфировать в местное полицейское управление, и мы получили ответ. Ваша мама умерла 2 недели назад. Вы не могли этого знать. What does it mean, что все это значит, Эмили? Господа, но это же, этого не может быть! Оставайтесь на месте, мадам. Да что здесь происходит? Сядьте на место. Полиция. Вы сказали, что часть убийств совершена мужской рукой. Разумеется, у нее был сообщник, так называемый мистер Браун. What? Что? Кто вы? Ваше настоящее имя. Что случилось с настоящим мистером Брауном? Он умер год назад. Это не я от старости. Тогда вы решили, что пришло время вместе за сестру. Сядьте. Ваше настоящее имя. Отпираться бесполезно. Вот так и не надо. Семена Босяка знала вся Одесса. Ну, когда сильно носили фараона, пришлось таки рвать когти в Америку. Шулер? А то. Ваши тутошние не дети по сравнению со мной. И вы без труда вычисляли других шулеров, верно? Это уж как здрасте. А как вы догадались? Вы понимаете по-русски. Это стало ясно во время перестрелки. Справа!
Да. В горячке дал маху. Скажите, а с какой целью после каждого убийства вы неизменно возле трупа оставляли игральную карту? Полагаю, вас вдохновили рисунки Фортушина, которые без конца рисовал Флэш-Рояль. Я хотела оставить какой-то знак. Месть особенно сладка, когда она обозначена. Скажите, Эмили, а зачем для защиты своей горничной вы пригласили господина Ардашева? Когда Дашу арестовали, это было очень неожиданно. Мне не хотелось, чтобы пострадала невинная душа. Если б я был индусом, я бы подумал, что ее душа вселилась в вас. Вы хотите сказать, что она умерла? Она умерла? Да, она умерла. Довольно воспоминаний, идите ко мне. И знайте, что не всегда стоит хватать то, что само идет в руки. Письмо тебе принесет просто ветер. Ты помнишь, как он весело играл в твоих волосах? Ты помнишь, как мы мчали на этой веселой тройке, когда ты смеялась, шутка называла меня площадным подьячим? Как же давно это было? Было ли это вообще? Я всегда буду писать тебе письма, всегда я буду. Я буду шептать тебе эти слова. Потому что теперь небо, моя бумага, моя. Мои слова – это свист ветра. А мое перо – это… Это мое сердце, любимое. Клим Пантелеич, и все же у меня два вопроса. Зачем они убили этого старого бандита? Дядю Прошу? Он оказался проворнее нас. Его люди раньше поняли, кто убивает шулеров, и подослали к этим иностранцам убийцу. А они в ответ убрали его. А платок Аделаиды? Как он мог оказаться там, в пропасти? В любом деле, доктор, есть какая-то необъяснимая мелочь. Я так и сказал Круши. И что же он?